Надо сказать, что обычно в босановых, как вы уже заметили, поэты не сильно напрягались созданием таких обширных текстов. Писали максимум, полтора-два куплета. И когда Жабим дорвался сам до поэтического творчества, он просто оторвался по полной программе, ни в чем себе и не отказал. Легенда гласит, что однажды Антонио Карлос Жабим начал строить у себя на даче... Навес. Нет. Предание гласит, что забор. Туда завезли цемент, кирпич, начались дожди. Антонио Карлос Жабим сел на своей даче, стал ждать, пока дожди закончатся. И все смыло. Шли годы, дожди не кончались. Жабим все сочинял и сочинял. Эту песню. Так она и получилась длинной и интересной. Это песня про жизнь. Антонио Карлос Жабим. Стихи Антонио Карлоса Жабима. Русский текст. Нас. Воды Марта. Снова тает под натиском мартовских вод.